Церемония закрытия выставки творчества ветеранов МВД «Талант не уходит в отставку» прошла во Владивостоке. Организатором уникальной экспозиции выступила Приморская региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и войск Российской Федерации при участии Дальневосточного комитета Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Я был на открытии этой выставки и, к счастью, посетил ее повторно. И первый раз я не обратил внимания, что на этой выставке представлены экспонаты моего бывшего сотрудника Головнева Андрея Борисовича. Это прекрасные фотографии, я попросил у него эти фотографии, чтобы сохранить себе на память. Также я обратил внимание на очень красивые картины, пожелал приобрести одну из них, но, к сожалению, участник этой выставки мне отказала, потому что сказала, что готовила эту картину для сына. Я очень впечатлен, мой личный состав также ее посетил, и думаю, что мы с удовольствием будем посещать эту выставку в следующем году. Творческий потенциал участников выставки оказался разнообразен. Это литературные произведения, живопись, акварель, фотоиллюстрации, вышивки и другие жанры. Выставку посетило свыше 600 человек. 122 гостя оставили благодарности в книге отзывов. Я приятно провел свое время здесь, в окружении замечательных людей. Здесь очень интересная атмосфера, она очень берет за душу, если честно. Посмотрел очень много людей, которые служили, и, скорее всего, еще, я думаю, им удастся момент дослужить свое. В принципе, выставка мне очень понравилась. Всем авторам выставочных работ члены Совета ветеранов раздали специально разработанные буклеты. В памятках отмечены фамилии авторов и представлены их работы. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.